Всех приветствую, друзья. Включается телефон, точнее включен, включаю зарядку. Только вибро, звонок, лампочка. Менять будем дисплей. Уже заказал. Очередная бюджетка от Xperia E4. Пару раз в руках держал данную модель, довольно редко приносит. Недорогая модель, несложная замена дисплейного модуля, одно неудобство — это снимать придется стекло, поэтому только что я включил сепаратор, сейчас поставим смартфон на сепаратор, загреем тачскрин, аккуратно снимем. Стегиваем клипсы, батарея. Не слишком сильно приклеена она к задней крышке. Так, давайте проверим. Новый дисплейный модуль. Соединяем тач. Дисплей. Дисплей на Xperia E4. Соединяем батарею. Как видите, сразу можно видеть, что дисплей в норме, рабочий. Сотовая компания, не знаю, чья. Тач же отсоединили. Пытаюсь выключить телефон с кнопки. Итак, друзья, дисплей рабочий. Конструкция телефона. Системная плата снимается легко. Ну, тут, как видите, дисплей находится у нас
вот составляющими конструктивными рамки. То есть не получится его сюда всунуть, поэтому снимать будем стекло. Разогреть можно феном. Я в последнее время снимаю сепаратором. Очень удобно, равномерный нагрев происходит, поэтому ставлю на сепаратор минут на 5 и после продолжим. Так, друзья, снимаем телефон сепаратора. Температура модуля 100 градусов. Так, шлейф у нас внизу. Давайте попробуем отсоединить сверху. Очень легко отходит. Рамка у нас. Соединяем дисплей. Не надо будет ничего проклеивать. Оригинальный двусторонний скотч прекрасно сохранился. Прокладка камеры и датчика, системная плата. Разъем дисплея. Закрою пластиком своим. Возьмем тачскрина. Пластик мы повредили, поэтому давайте заклеим каптоновым.
Соединяем батарею. Заднюю рамку. Такое простое 15-минутное видео. Надеюсь, было полезно. Замена дисплея Xperia E4. Не знаю, сколько стоит дисплей, мне принесли со склада. Думаю, евро 30-40. Учитывая, что модель недорогая. Возвращаем карту памяти. Прекрасное качество дисплея. Итак, друзья, всем спасибо за внимание. Дов, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Всем удачи в работе. До новых встреч.